Здравствуйте. Вы на канале «Встретимся у бассейна». Разговор пойдет сегодня вот о чем. О коагулянте. Что будет, если увеличить долю коагулянта? То есть, в простонародье его больше добавить, чем нужно. Сейчас я вам покажу, что будет. Вот видите эту грязь? Вот она, грязное пятно. Оно уже... Вот. Это все из фильтра. Была очень грязная вода. Ну и я немножко больше добавил коагулянта. Да еще добавил его. Вот добавлял раньше, я его взял, развел сколько нужно и из леечки полил. Отстоялось, отфильтровал, все. Фильтр у меня четырехпозиционный, поэтому вся грязь, которая идет из бассейна, это остается в фильтре, и потом его обратной промывкой удаляешь из фильтра. Так вот, я сделал все по инструкции. Видите, коагулянт быстрого действия с песчаными фильтрами. Так вот, я добавил его по инструкции в скиммер тонкой струйкой, но добавил больше, чем нужно. И что получилось? Коагулянт склеил песок в песочном фильтре. И я сколько его не гоняю, пропылесошу, включаю, муть идет, и опять такая же вода. Пропылесошу, включаю, опять муть идет, и точно такая же вода. То есть все по кругу происходит. Пробую обратную промывку сделать, не получается. Вода чуть-чуть грязно идет, и все. А вот когда я открыл фильтр, купил новый песок, открыл фильтр и начал выгружать песок, я увидел, что вся грязь оказалась внизу фильтра. Вот здесь. Здесь он чистенький, а здесь грязно. То есть при... Вот здесь вот, вот в этом месте он склеился. И при обратной промывке получается, он как бы промывает все отверстия какое-то, на не полностью так вот весь взрыхляется, а вот в одном месте где-то промывает и выбрасывает. Чуть-чуть выбросил, и все. А остальное потом идет обратно в бассейн. Мучился я. Короче, выгрузил весь песок. Ну что, выгрузил, засыпал новый. Вода теперь, вот, буквально через сутки полностью осветлилась. Ну как показать, я даже не знаю. Тут у меня сейчас насыщаю кислородиком, вот таким вот образом. Ну вот, вот она вода. Вот я руку засунул в воду, вот видите, какая вода. Все буквально отфильтровалось, все замечательно. И при этом я чуть-чуть добавил, не коагулянта добавил, а флокулянта. Принцип действия у них разный, но эффект одинаковый. И еще у меня три в одном таблеточки, там было видео такое. Сейчас покажу. Ну вот это 5 в одном. Ну считайте, что 3 в одном. Таблеточки, и в них есть коагулянт. И вода уже автоматически начинает сама очищаться. То есть мелкие взвесь начинают склеиваться и отфильтровываться фильтром. Вот такая штука. Так что смотрите аккуратней с коагулянтом. Его ни в коем случае нельзя переборщить. И
поскольку здесь написано, что это для песочного фильтра и добавлять его в скиммер, не делайте этого. В леечку развели, полили, отстоялся, упал, склеил все песчинки, отфильтровали или на улицу отфильтровали, у кого шестипозиционный, либо через фильтр, через обратную промывку. Ну, бассейн у меня небольшой, 8 кубов, поэтому как бы на улицу сразу выбрасывать вот это вот в течение, допустим, 5 минут откачивать воду, там вообще ничего не останется. Поэтому тут у меня и вариантов никаких нету. Ну все, до новых встреч. И встретимся у бассейна.